очередную лекцию. Мы сегодня разбираем хореографию группы «Аста и Ля». Мы разбираем наше выступление до припева и сам припев. Первое наше движение, ребята стоят уже на широких ногах. Они распрямляются, поднимают руки наверх, собранные вместе, опускают их вниз, выгибают немного ноги. Затем собирают ноги, и руки раскрываются. Правая идет сверху, левая снизу. Затем они их собирают, и затем они идут слайд на правую ногу. И вместе с этим они собирают все руки возле себя, то есть они раскрыли их и ведут вперед, собирают. Еще раз. Стояли. Наверх. Опустились, раскрылись, закрылись. И снова закрылись. После этого у ребят идет перепрыжечка. Мы спрыгиваем, грубо говоря, на левую, правую сторону вперед и делаем переход. Буквально пару шагов. И затем начинается сам перепрыжка. Мы немного присаживаемся, уходим вниз, затем у нас правая нога уходит немного назад, левая рука также уходит в сторону, больше диагональ. Правая рука тянется вперед и немного собирается. Еще раз. Сели, выпрямились, потянулись, затем у нас правая нога уходит вперед, согнутая, руки идут вперед, корпус немного наклоняется вниз. Руки раскрылись, поставили ногу перед собой. Затем у нас руки сползают в диагональ. И вместе с этим у нас правая нога также уходит за левую диагональ. После этого у нас отставляется левая нога в сторону. Пам, вес у нас все же остается на правой. Мы делаем вид руками назад. Пам. Затем возвращаемся обратно. Делаем шаг на левую. Вместе с этим правая рука уходит вперед, ладонь наверх. Затем подставляем правую ногу и левая рука уходит на локоть. А правая при этом закрывается в кулак. Затем ребята проворачивают руку и убирают ее за голову. После этого мы отставляем правую ногу в сторону и обводим голову рукой. После того, как мы возвращаем ногу, при подстановке ноги у нас идет перелетчик. Пам. Затем мы делаем примерно то же самое в другую сторону, но мы ставим ногу и разворачиваем себя. И при этом работает левая рука, она просто делает кружочек перед собой. И по той же схеме, подставляя ногу, делаем кружочек. И мы оказываемся развернуты полностью в правую сторону. Затем, следующее наше движение. Мы разворачиваем стопы, то есть мы делаем вывернутую стопу в левую сторону, на левой ноге, поставили то же самое с правой ногой, только в правую сторону. Это движение мы будем делать 4 раза. Мы сделали вправо, влево и 2 раза делали вправо. И этим движением мы будем разворачиваться. При этом у нас будут работать руки. Когда мы делаем первый раз это движение, у нас правая рука идет в крест вниз, затем в другую диагональ. После этого она будет медленно подниматься наверх. Мы делали пам-пам, она поднимается. И когда мы бьем последний раз, у нас рука уходит в левую нижнюю диагональ, и голова отворачивается в правую сторону. Затем, следующее наше движение, мы переносим вес на правую ногу, руки работают, правая рука уходит к себе согнута, переносим вес обратно, правая нога немного приподнимается, руки идут в крест прямые, затем обратно переносим вес, левая нога поднимается, руки согнуты и в обратную сторону. При этом работает корпус немного ломает, то есть движение. Раз, два, три, четыре. После этого у нас отставляется левая нога еще дальше, руки уходят влево, делаем кружок, подставляем левую ногу, у нас идет хлопочек. Руки будут не прямые, то есть они согнуты, правая уходит вперед, ладонью взлетит. После этого мы руки сбрасываем на ногу, вытаскиваем руки с собой и затем забегаем назад, руки уходят к себе. И это все делается в правую диагональ. То есть мы сделали пам, убрали руки. После этого у нас отставляется правая нога вниз, вместе с этим опускаются руки. Затем она забегается назад, и мы разворачиваемся в левую диагональ. При этом мы смотрим правую руку, она писает кружочек. Пава. Затем левая рука у нас идет по корпусу, мы делаем волну буквально до таза, и после этого левая нога по инерции выбрасывается наверх и уходит назад. Еще раз это движение мы сделали. Ушли влево, хлопок,
вытащили ногу и задвинули. Поставили, развернулись, волнушка. И когда мы ногу убираем назад, руки уходят к себе, согнутые в локтях. После этого у нас левая нога уходит в сторону, опора остается на правой, руки раскрываются также в сторону. Мы отворачиваем голову в другую сторону. Затем возвращаем руки перед собой, нога идет на место. Затем отставляется правая нога, мы опускаем корпус немного вниз. Руки также прямые, и мы смотрим в пол. Затем поднимаемся обратно, нога подъезжает, и руки уже в кулаках. И мы делаем знакомые уже движения. Раз, два, три, четыре. И после этого ребят переходим на вторую часть. Соединим весь этот кусочек вместе. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, и два, и три, четыре, пять, шесть, и семь, восемь. Раз, два, три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, и восемь. И раз, два, три, четыре. И теперь мы соединяем весь кусочек по скорости 80%.